остался. Тебе просто конец. О, черт! Господи, вы только посмотрите. Я же тебе лично сказал, что тебе здесь конец. Я просто тебя уничтожу. Черт, вы не про меня спасают. Я уничтожу, просто сразу же переподписаться на мой канал, чтобы вступить в мою суприм-банду. Ведь перед время суприм-банда будет над всеми. Кто не с нами, тот под нами. Я как вижу, про тебя же не очень нравится быть под нами. Так что подписывайся на мой канал, чтобы быть в моей суприм-банде. И банда, сегодня у нас не простое видео, потому что сегодня я буду телепортироваться в зеркальный мир. Но для начала я даже позвоню в тот самый зеркальный мир, о котором ходят только лишь легенды. Я думаю, под вам так же само, как и мне, интересно ли правда существует тот самый зеркальный мир, который вроде бы можно телепортнуться через обычное зеркало. Это очень интересно, но все это нужно делать только в 3 часа ночи. И банда, мы дождались те самые 3 часа ночи, сегодня будем звонить и телепортироваться в тот самый зеркальный мир. Это же просто нечто, банда, вы только вдумайтесь, мы сейчас будем звонить моему двойнику. Но для начала, банда, для того, чтобы позвонить в тот самый зеркальный мир, нам нужно сделать маленький ритуал. Что ж, банда, 3 часа ночи, начинаем звонить и телепортироваться в тот самый зеркальный мир, погнали! Окей, банда, пришло время делать тот самый ритуал. То есть мы берем вот так вот, фотографируем наше зеркало. Готово, после чего мы берем эту фотографию и ставим к какому-то контакту. К любому контакту, который есть на телефоне Насти. Это будет мой контакт, мы поставим эту фотографию к моему контакту. Окей, банда, даже это готово. Суприм банда, видите, Сергей Онис, это мой контакт, в котором уже стоит эта фотография. После чего мы просто берем, набираем этот номер телефона и все. Дальше либо у нас возьмут трубку, либо нам скинут и перезвонят. Вот этого я уже, к сожалению, не знаю, что будет дальше. Но было не было. Вместе с вами банда, я только что набрал тот номер, окей? Ничего не происходит, но идет вызов, банда. Хотя вызова не слышно, мы сейчас звоним на мой телефон, на который я снимаю видео. Вызова никакого нет. Это очень странно, банда, что ж. Вызов завершен, все. Просто все скинулось, окей, наверное, дальше нам нужно подождать, когда нам перезвонит тот самый двойник. Я немного в шоке, банда, что мы это сейчас делаем, но... Окей, банда, было не было, встретимся с вами, когда нам будут звонить. О, черт, банда, вы не поверите, нам кто-то звонит с этого номера, с моего номера! Черт, это просто невозможно! Окей, я беру трубку на счет 3. Раз, два, три. Это видеозвонок. Что ж ты, чтоб ты попал? Ты это видишь? Да, тоже меня видят. Ты что, ты такая особенная, только единственное не можешь меня видеть. О, черт. Это же ты попал прям конкретно. Это я же я. Числе смертью. Что ж, ты попался? Господи, это так страшно, банда. Серьезно? Они сразу же пришли на верную смерть. Я уже тебя здесь застался. Что тебе от меня нужно? Я убью тебя самой мучительной смертью. Сижу. Черт, банда, вы это тоже видите? Это же я, только с другого мира. Черт, это так страшно. Я уже застался тебя здесь. Ты тупо ноль. Такой ноль, как ты, не будет существовать. Я убью тебя, буду единственным я, который существует во всех мирах. Зеркальный мир тебе уже застался. Тебе просто конец. Я убью тебя, уничтожу, сделаю за тебя самую мучительную смерть. Ты Господи, банда. Приезжай, Господи, банда, вы это видите? Черт, банда, это просто жесть, вы видели это? Мне только что позвонил такой же самый, как и я, только из того зеркального мира, где все было отзеркалено. Это просто нечто, банда, сейчас в таком жестком шоке. Получается, банда, что этот зеркальный мир реально существует. Это же просто жесть. Офигеть, банда, я просто все еще в это не верю. Окей, банда, это просто жесть. Получается, что зеркальный мир на самом деле существует в реальной жизни. Получается, что мы правда можем телепортировать этот самый зеркальный мир. И получается, что все эти легенды, которые были раньше... Это все правда. То есть, получается, она нас реально где-то смотрит с того самого зеркального мира. Это просто жесть, банда, это просто нечто. Окей, банда, и пришло нам телепортироваться в тот самый зеркальный мир. Это просто жесть. Сейчас в коридоре у нас стоит то самое зеркало, через которое будем это делать. Это большое долгое зеркало. Окей, пойдемте к нему и посмотрим. Окей, банда, вот это зеркало. То самое зеркало, через которое я буду сейчас телепортироваться. Вы посмотрите, оно просто огромнейших размеров. А что если ты сейчас тот второй я с того мира сейчас просто стоит там и тоже на меня так само смотрит? Вы только вдумайтесь, если это на самом деле не я, а то самое второе я. Это же просто жесть, банда. Офигеть, что ж, пришло то самое время телепортироваться в тот самый мир. Только вот я боюсь, что зеркало разобьет тот мир и тот самый второй я. Вы видели, какой он злой? Это же просто жесть. Поэтому предлагаю это зеркало взять и отнести в ванную, которая стоит здесь, и спрятать где-то его там, чтобы второе я его не нашло никогда. Я беру зеркало и отношу его в ванну, где-то сюда. Оставлю его где-то здесь, и через него уже потом телепортируюсь в другой мир. А потом где-то здесь его спрячу, посмотрим, что у нас с этого получится. Окей, банда, пришло время телепортироваться в тот самый зеркальный мир. Так, Настя, если меня долго не будет, если я не выйду вы... Без 15:04 ты должна будешь мне позвонить. Если я не буду брать трубку, то ты должна будешь тогда прийти ко мне. Заклинание ты знаешь, окей? Встретимся с тобой уже в том мире, возможно. Окей, потом мы отправляемся в тот самый мир. Я закрываю дверь и пошли. О, черт, банда, окей. Вот так вот выглядит то зеркало. Вы просто посмотри, мы сейчас с него смотрим просто из самого внутри. Господи, если это реально не я, то второе я. Черт, мне просто не по себе становится. Окей, банда, было не было, нам нужно произнести то самое заклинание и постучать по зеркалу. Так,
Фух. Зеркальный мир, прерви покой и прими меня к себе. Зеркальный мир, прерви покой и прими меня к себе. Зеркальный мир, прерви покой и прими меня к себе. О, черт, банда, вы тоже это слышите? Оно только что просто начало трястись. Банда, вы это видите? Офигеть, что вообще происходит? О, черт, банда, вы это видели? Меня просто телепортировали в тот самый другой мир. Здесь все наоборот. Окей, раньше здесь была дверь, теперь она здесь. Все просто поменялось, я просто в шоке, банда. Окей, нужно тише разговаривать, а то второе я может меня услышать. Окей, нужно спрятать куда-то это зеркало. А то я боюсь тут злой, второе я его разобьет просто. Его нужно, наверное, положить в ванную. Окей, банда, надеюсь, это зеркало в безопасности, и второе я его не найдет. Что ж, пришло время отправляться в тот самый другой мир и смотреть, и правда мы сейчас телепортируем из него. Господи, все так непривычно, идти вообще в другую сторону. Телепортнулся в этот мир, мне стало казаться, что все вроде бы по-обычному. Через 5 секунд я уже начал думать, что это мой обычный мир, реально. Вроде бы как бы ничего не изменилось. Так, банда, тем временем мы ушли в мою комнату. Мы даже не понимали, сейчас что-то изменилось, реально. Мне кажется, что все как было, так и осталось. Просто резко меняется мировоззрение, когда мы телепортируемся в этот мир. Это просто жесть, окей, я вижу книги. Окей, банда, на удивление в этом мире день. Окей, я вижу книги, давайте их проверим. Так. О, черт! Господи, вы только посмотрите, книга реально перевернута, просто полностью перевернуто название. Это просто жесть, окей, в середине. Черт, банда, вы только вглядитесь, реально все перевернуто. Все надписи, все только что может быть. О, господи, это просто все перевернуто, это просто мне не по себе. С этой книгой похоже то самое. Гляньте, все надписи просто перевернутые. Жесть, я в шоке, банда. Окей, похоже, мы реально телепортнулись в тот самый другой мир. Но интересно, где же находится то самое второе я? Кнопка, банда! Черт, посмотрите на кнопку! Сейчас я выключу фонарь. Надпись! Здесь тупо надпись наоборот. Син уигрес. О, господи, на самом деле Сергионис будет правильно. Но все наоборот, здесь в этом мире все просто перевернуто. Это нечто, банда. Окей, банда, мне реально уже не по себе. Я думаю, хватит уже с этого мира. Пришло время телепортироваться назад домой. Потому что Настя меня заждется уже. Черт, уже 3:35, осталось всего 10 минут. Пришло время телепортироваться домой. Так стойте, а мне еще кое-что интересует. А если я возьму что-то и спрячу его куда-то, оно появится в моем же мире. То есть, получается, я сейчас возьму эту книгу и спрячу ее куда-то в шкаф, а потом во своем мире я ее открою, то книга будет в шкафе. Это мне очень интересно проверить. Окей, вот так вот. Ну, понятно, даже в этом мире у меня бардак. Так, спрячу вот сюда книгу, а сам буду телепортироваться домой и посмотрю, ли эта книга будет здесь, в этом шкафе, или она будет на месте. Мне просто интересно, если в этом мире что-то поменяется местами, то и книга будет в другом месте, либо все останется и в моем мире на местах. Проверим это. Окей, банда, телепортируемся домой. Нам нужно зателепортироваться в дом, а то скоро будет звонить Настя. Окей, так. Ванная, фух. Нужно теперь вытянуть то зеркало. О, чёрт! Конец! Что ж, какие люди! Кто бы мог подумать, что ты все-таки телепортнёрся в этот мир? Господи, ты такой уродец! Даже я выгляжу лучше тебя, хотя я твой двойник! Господи, все, тебе конец! Я тебя просто сейчас уничтожу! Молись о пощаде, не будешь несчастный! Господи, ну что ты за человек? Я же тебе лично сказал, что тебе здесь конец! Я просто тебя уничтожу! Зачем ты сюда телепортнулся? Ну что ж, братик, пришел тебя сам на разрезе, конец! Я звонила Сереже, очень волновалась, а он не брал трубку. Я пришла в этот мир, а здесь он. Я его вырубила и связала. О, господи, Сереж, очнись! Сереж, я звонила тебе, а ты трубку не брал. О, господи, что вообще произошло? Черт, это просто жесть! Где он? Я его слышал, как меня ударило по голове, черт! Окей, быстрее, пока он не очнулся, телепортируемся назад в мир! Окей, брат, это просто жесть, я в шоке, то, что мы видели в том мире, это настоящая мистика! Другими словами, это просто не объяснить, потому что там существовало реально второе я, и оно хотело меня убить! Это же просто жесть! Окей, Настя, скажи, что было, когда ты решила телепортироваться ко мне? Я пришла, а тут он орет на тебя, я его вырубила и связала. То есть на часах было уже где-то 3:45, да? Да, я волновалась, звонила тебе. Окей, банда, это просто жесть. Он меня просто ударил, я только увидел его и сразу же был удар сильнейший по голове, я просто вырубился. Вот это зеркало, его нужно куда-то спрятать, чтобы второе не телепортировалось. И, кстати, вы помните, что я прятал в этом шкафу? В том мире.
Офигеть, эта книга здесь. Получается, то, что мы прячем в этом мире, оно то же самое телепортируется и в том мире. И то же самое, что мы прячем в том мире, оно будет здесь. Окей, понятно, вот куда деваются все наши вещи. Получается, в том мире зеркальном их куда-то перемещают, а затем перемещают они в нашем мире. Вот так вот они пропадают. И, к счастью, эта книга уже обычная, не задом наперед написанные буквы. Окей, помню, я просто в шоке, мир реально телепортировалось в тот самый зеркальный мир. Зеркальный мир, подумай только туда, в тот самый мир. Сейчас уже на часах 4 часа ночи, поэтому уже все, портал больше не работает. Окей, просто не забывай, чтобы вступить в мою Supreme Band, тебе даже подписаться на мой канал. И только тогда ты будешь моей самой лучшей банде на ютубе, ведь кто не с нами, тот под нами. А я как вижу, бро, тебе же не очень нравится быть под нами. Так что подписывайся на мой канал. Эй, бро, вот комменты с прошлого видео, господи, видите, какие они шикарные. Просто идеальнейший комментарий, как бы обнимаю все ваши комментарии, банда. А если, бро, ты вдруг хочешь, чтобы я обделал тебя, и у тебя выделала вся Supreme Band, то всего, что тебе нужно, это нажать на лайк, колокольчик, и все, бро, ты уже видео. Вот такой вот праздник ведет ко мне видео, бро. Так что, бро, давай, и не забывай про мой инстаграм и ВК. Оставайся таким шикарным. Пока!